совсем не чувствуется вкус сигарет, горло идет лишь морозное дыхание ночи. И в этой прогнившей реальности, проклиная весь свет, согнуться в три погибели хочется очень. Запутаться в шарже все предохранители, спасаясь от человека в кителе. Или ждать последней ночи в Словении, а потом в ярости выбросить принтер Эпсон и сжечь пятерочку. Прокричать в раскрытую форточку свое уникальное мнение. Или в подворотнях Ярославля за три хлебные корочки цитировать Некрасова, Лавыгина, хоккеистов, Локомотива и футболистов Шинника. Или требовать бесплатного проезда у кондуктора, так как являешься именинником. А пока ждать, когда наконец-то эволюционируешь и перестанешь бояться холода. И снова замерзать в пустых автобусах. Рассматривать узоры на окнах и есть снег, спасаясь от похмелья и голода. А пока ждать, когда наконец-то эволюционируешь и перестанешь бояться холода. И снова замерзать в пустых автобусах. Рассматривать узоры на окнах и есть снег, спасаясь от похмелья и голода. Ярославля не хватает тепла, Ярославль замерзает. В Ярославле холодные автобусы, морозная тишина, и лишь метель иногда забывает. В Ярославле совсем не чувствуется вкус сигарет. В горло идет лишь морозное дыхание ночи. И в этой прогнившей реальности, проклиная весь свет, согнуться в три погибели хочется очень. Закутаться в шарж все предохранители, спасаясь от человека в кителе. Или ждать последней ночи в Словении, а потом в ярости выбросить принтер Эпсон и сжечь пятерочку, прокричать в раскрытую форточку свое уникальное мнение. Или в подворотнях Ярославля за три хлебные корочки цитировать Некрасова, Лавыгина, хоккеистов, Локомотива и футболистов Шинника. Или требовать бесплатного проезда у кондуктора, так как являешься именинником. А пока ждать, когда наконец-то эволюционируешь и перестанешь бояться холода. И снова замерзать в пустых автобусах. Рассматривать узоры на окнах и есть снег, спасаясь от похмелья и голода.